Гонконг с мячом. Последние секунды. Есть еще время на атаку. Чем стерянный. Вот 10 секунд у Кристалла остается. Но здесь с Романовым очень плотно играют. Родриго успеет здесь что-то создать. Хорошая передача. Краш в одно касание. Это гол! Это гол или нет? Так. Да, засчитывает мяч. Кристалл выходит вперед. Крашенинников так показывает. Но там даже какие-то эпизоды с Романом Герасовым обсуждают. Ну а гол-то красавец. Как успел здесь Родриго отдать эту передачу. И как пробил Краш. Секунду в секунду. Мяч летает в дальний угол. 3-2. Ну и абсолютно чистый гол. На самом деле видно было, что Краш успел пробить. Успел пробить вовремя. Дубль.